Фрейзи, хочу тебя спросить. Это важно. Спрашивай. У вас с Натаном Дрейком строго деловые отношения? В основном? Боже. Но как? Как? Знаешь, не надо, уж кто бы говорил-то. Асаф и тот другой ублюдок из трастового фонда. У меня была цель, а они были средствами. Но Дрейк... Он не так плох. Но он же всегда весь из себя такой умный. А, ну да, он ужасно раздражает. Почти невыносим, но у него есть свой шарм. Было весело, пока не закончилось. Но если подумать, это главное. Хотя не могу не спросить. Вы друг друга хоть немного слушали или просто говорили одновременно? Вот так. Идешь? Да, иду. Как красиво. Сколько времени могло уйти на такую работу? Годы. Десятилетия. Хайсельские каменотесы были мастерами. И военачальники тоже. Ну да. Наверное, это сделано в память о победах над персами. А они были сильны. Это да. Но недолго. Ну, тем хуже для них, да? Знакомый рисунок. Этот рисунок совпадает с тем, что на диске. И что это значит? Не могу сказать. Но, наверное, стоит попробовать. Станцуем? Хоть этот не сломай. Дерзко. Вот это неплохо. Такого я не ожидала. Готова? Да, просто залюбовалась. Вот и центр Халибиду. Последнее место хранения
Бивня Ганеши. Красиво. Что? Что-то я не вижу между двумя статуями Ганеши никакой дамбы. Водопады размыли. Как туда попасть? Погоди. Да, корона. Это не от ветра. Ты права. Это была сторожевая башня? Здесь и вошли персы. Я об этом городе так много слышала. И вот вижу его своими глазами. Сфотографируй. Отправишь отцу. Это мысль. Что, он не умеет пользоваться интернетом? Ну так напечатаешь и лично покажешь. Этот поезд ушел больше 20 лет назад. Слушай, о, нет, нет, ничего, ничего. Ну что, Халибиду ждет? Да, идем. Глазам не верю. Представь, сколько в это вложено работы. Каменщиков, инженеров. Да, и работа их до сих пор жива, а их самих уже нет. Королю стоило думать о защите народа, а не хвастаться перед врагами богатством. Нашла лестницу вниз. То, что от нее осталось. И как будем добираться до короны? Вертолета нет? Дома забыла. Жаль. Ну, значит, придется лезть. Ну, готова? Ты первая. Так, и куда теперь? Ищи, где подняться. Смотри, под водопадами видны какие-то сооружения. О, точно. Ну, полезли. Сейчас подойдем еще ближе. Извините. Сюда. Сейчас.
Давай сюда. А это безопасно? Ты все время спрашиваешь, и каждый раз я честно говорю, что нет. О, черт! Обалдеть! И это, кстати, совсем не безопасно. Видела? Назад-то залезешь? Да. Ты иди, я догоню. Давай, помогу. Ничего, справлюсь. Не выделывайся. Залезай. Ну, если ты очень просишь. Да нет, не прошу. Ты говорила, Ганиша, сокрушитель преград. Он поставит перед тобой преграду, если она тебе на пользу. Поэтому он покровитель халибидов. Еще он бог удачи. Тот, кто дарует успех и процветание. Ясно. Это круто. И это правда единственный способ. Ага. Ух ты! Класс! Весело? Самое безумное в моей жизни. В хорошем смысле? Не определилась. Вроде я вижу, откуда можно добраться до короны на веревке. Уже близко. Спасибо. Забирайся быстрей! Сползаю! Ну как? Впечатляет. Ага. Ну? И как теперь слезать? Так. Аккуратно. Ладно, тут вроде попрочнее. Не сглазь.
И персы любезно проделали для нас вход. Ого, неплохой выстрел. Видно, у персов был трибушет. Трибушет? А нельзя сказать катапульта, как нормальный человек. Трибушет — это тип катапульты. Может запускать тяжелые снаряды вроде этого на дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Это я в Википедии посмотрела, как нормальный человек. Готово? После вас. Поразительно. Наши друзья. Парашурама и Ганеша. Индуистские боги всегда сражаются. Если не с демонами, то друг с другом. Как-то нечестно. Ганеша без оружия. Ну, ему так больше нравится. Они забаррикадировали дверь. Не помогло. Видно, не ждали, что персы свалятся им на голову. Казалось бы, за два нашествия можно было подготовиться ко всему. Они просто вообще не ждали поражения. Сюда. Смотри, оружие. Ты была права. Со мной бывает. Это все персы? Вот это уже что-то. Эй, тут еще одна дверь. Посмотрим. Ух ты, даже работает. Ну вот. Да будет свет. Тут как будто склеп. Индуисты склепов не строят. Усопших они чаще всего кремируют. Красивая церемония. Антиишти. На санскрите – последняя жертва. Жертва? Тело — это сосуд, данный на время, и его надо вернуть, освобождая место другим. Это красиво. А этим мне повезло. Эй, забирайся! Ничего себе! Боже! Здесь была последняя битва? О, но империю они не спасли. И пусть. Нам же лучше. Вот и вход. Надин, помоги этого сдвинуть. Ага. Давай, парень. Вот так. Извиняюсь. Пардон. Мы близки к цели.
Только бы ближе, чем эти парни. Ну что, знакомое устройство. Только бы оно не пустило сюда тонну воды. Что-то новенькое. Что это такое? Могу предположить, что это какой-то механизм, открывающий ту дверь. Итак, посмотрим налево. Шива дарит Парашураме топор, а справа герой Парашурама отсекает Ганеши бивень. Стоп. Топором? Да. Тем самым, который ему подарил Шива, отец Ганеши? Ну да. Ну и жесть. Отцы и дети. Давай, попробуем открыть дверь. И как это все работает? Ну, думаю, будем разбираться по ходу пьесы. Ну-ка, глянем. Так, фрагмент переместился от меня. И его тень тоже. Попробуем так. Давайте сюда. Я, кажется, понимаю. Тени совпадают. Да. Попробую расставить их по местам. Это даже весело.
Кажется, поняла. Выкладывай. Двигай фрагменты, чтобы их тени совпали с символами на фреске. Похоже, слева должны быть Шива, топор и Парашурама. Справа должны быть Парашурама, Бивень и Ганеша. Поняла. Пожалуйста. Сала и тигр. Ну вот. Скрестим пальцы. Так и должно быть? Не знаю. Не вгони нас в гроб. Ты зануда. Готова? Тихо. Поразительно. Какого Шивы? С языка сняла. Фрейзер! Росс! А нет. Нет, ничего. Думаю, все будет путем. Путем? Где этот проклятый бивень? Не знаю, я ничего не понимаю. А я понимаю. Твоя Хайсала водит нас за нос. А ты права. Ну, класс. Нет, послушай. Ганеша, покровитель. Халибиду. А Шива, покровитель. Белур. А Белур — это древняя... Ну, столица. Именно. Что, если король специально построил великолепный город, который стал прекрасной мишенью для персов? А прежнюю столицу все забыли. То есть весь город — приманка. И его отдали персам, чтобы защитить Белур. И сокровища. Сдается мне, что бивня тут и не было. Никогда. Где Белур? О, черт! Вот так точно не должно быть! Сейчас рухнет! Хватайся за край! Thank you.
Ты цела? Как мы вообще еще живы? Ну, талант и немного удачи. Эй, неплохо, партнер. Неплохо. Дай 5. Господи, ты чего? Ужасно. Как можно дать 5 и промазать? Эй, поправь, если я ошибаюсь. Разве тут не было водопада? Был. Что это такое? Акведуки. Не. По ним спускаются водопады. Круто. Это что, мы сделали? Ну, это я сделала. Дерзкая. Слушай, ты извини меня за ту бестактность. А. Ничего. Вы бы с моим отцом точно спелись. Он тоже был на редкость упрямым ослом. Знаешь, вот это не заметили. Надо уносить отсюда ноги. Согласна. За мной? Ладно. Воду подводили к воротам, так что надо идти вдоль акведука. Ладно, пойду первая. Топили город, чтобы сохранить свои секреты. Думаешь, солдаты знали, что они были приманкой? Честность не всегда лучшая политика. Это правда. В своих людях нужно быть уверенным на все 100. Думаешь, Асаф ничего своим не сказал? О, конечно, нет. Сядь. Может. Вон какие часы. Забрал у одного старика в городе. Старый козел. Не хотел мне их отдавать. Ага, помню. Ты сомневаешься? Так, не вижу тут левый ним, твой, а ты... правый мой. Я к тому, что одним часом... Не понял? Ну, помните, вряд ли они одни. Да. Я с тобой. Ничего личного. Ah!
была? Вроде. О, черт! Где это мы? Понятия не имею. Но, по крайней мере, тут не стреляют. Будем надеяться, есть другой выход. Тут что-то вырезано на полу. Для чего это? Ничего хорошего. Видишь эти желобки? Сомневаюсь, что они для воды. О! Наверху, похоже, можно пролезть. Бедняги. Не знаю. Я бы лучше сдохла в клетке, чем на пыточном столе. Я учту. Так, и как же мы отсюда выберемся? Глянь вверх. Ты права. Слышишь? Ну да. Ага, это акведук. Наверху есть пролом. Кашивы. Впечатляет. Мой эксперт ничего не нашел за неделю. Может, просто плохой у тебя эксперт? Может. Знаешь... Один хайсальский поэт писал, как юный король. Своей милостью положил конец жертвоприношениям. Но древние короли хорошо понимали, что прогресс требует жертв. Ты это людям втираешь? Ладно. Короче, во время войны в этих акведуках вода была алой от крови. И те, кто не сражался, служили стимулом тем, кто сражался. Посеять хаос. Нет, стой! Я подниму в народе смуту. Я искореню слабую кровь юного короля. Начиная с тебя. Хватись за что-нибудь! За что хочешь?
Фрейзер, живая? Да. Вроде да. Эй, аккуратнее. Ты полчаса в отключке. Полчаса? Да. Охренеть. А? Черт, Асав забрал диск. Не спеши. Нам нужно срочно. Эй, полегче, ладно? Идти сможешь? Да, с утра бывало и похуже. Верю на слово. Хорошо, что ты жива. Тебя ведь тут две, да? Да. Ладно. Пойдем за диском. И пушками. И пушками. Должна сказать, ты не соврала про Асава. В смысле, он выглядит таким заурядным. Да, именно этого он добивается. Даже очки наверняка для вида носит. Безвредного? Умного? Обоих. Ха. Но он и правда умный. Раньше доктором был, пока все это не началось. Так он бросил прибыльное дело? Однажды он решил, что таков его долг. Эй, уверена, что можешь идти? Да я как новенькая. Просто надо дух перевести. Вот сюда. Не спеши. В той стороне. Ага, секунду. Хочу последний разок посмотреть. Давай откроем. Скорее, священная корова. Это Нанди. Привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Черт. Асав уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк. Его эксперт — это Сэм Дрейк. Да. Черт. А знаешь, это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Надин. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла ты его бросить. Ты втянула меня, и... несмотря на мою историю с Дрейком. Твоя история с Асавом интересовала меня больше. Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину. Да?
Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай, я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Ничего, я пешочком прогуляюсь. Черт. Надо идти за ней.